Всем привет и снова обзор покупок. Итак, начинаем. Здесь у нас первое, что я достала, это нарезочка. Нарезочка, вот такой мясо такое, говядина, 25-24 из форы. Перчик капи, красный 4,42, это салат делать. Так, дальше руккола вот такая. Она сейчас по акции в Траше стоила 19,99, по-моему, короче, 20 гривен. Дальше чеки, макарошки, вот такие в магазине Траш. Такой фирмы Реджиа паста, вот такие галушки итальянские. Дальше булочка с корицей из форы, завитушка, овсяное печенье из магазина Траш фирмы Повна Чаша, вот такое Виталик захотел с молочком. Молоко тут тоже где-то есть, вот такое по акции молоко селянское, 2,5% жирности, 900 грамм, из магазина Траш. Два банана тоже из магазина Траш. Один томат 6,32 из форы. Там, а бананы такие более зеленые, твердые, я такие люблю. Еще макароны вот такие, Реджиа. Только длинные спагетти. По хорошей цене там были. Дальше. Один лимон. Тоже из Траша. Авокадо. Из Траша. Тоже 30 гривен одно. Так, потом что тут у нас еще? Виталик взял еще. Он любит вот такой вот миндаль в шоколаде, на этот раз в черном, трюфели такие от торговой марки Любима. Это из Траша тоже. Так, вторая сумка. Здесь десяток яиц из АТБ. Вот такая сметана к борщу. Так, Злагода фирмы, 15%, 200 грамм. Булгур, крупа, сырковая намазка, вот эта натуральная, салфетки на кухню, розовенькие, своя линия. Так, еще здесь разные салфетки, влажные, сухие, твердый сыр российский, вот такой, своя линия, 160 грамм. Так, намазка янтар, золотой резерв. Три киви. Хлеб тостовый. Один свежий огурец. Одна груша на салат с рукколой. Так. Сахар, разумный выбор, килограмм. Оливки черные без косточки, своя линия, 204 грамма. Так, а здесь у нас, короче, будет обзор плавленных разных сырков. Позже вам буду показывать, так что ждите интересное видео. Плавленные сырки. И вот такая йодированная соль. Так, да, все. Теперь смотрим по чекам. Чек АТБ. Хлеб тостовый 18,60. Салфетки 6,70. Сметана 12,90. Соль 7,20. Груша 8,83. Огурцы 14, сахар 23,90. Так, это сырки. Тульчинка
Это разные мы набрали. Потом будет обзор. Крупа 21,20. Булгур, оливки 19,60, киви 11,69, яйца 30,50, салфетки 7, сыр твердый 27,60 и еще салфетки 3,20. Всего 308,30 это ВТБ. В магазине Траш здесь печенье овсяное 13,99, молоко 22,49, любимов миндаль 24,99, бананы 8,48, макароны по 19,99, авокадо 29,90, руккола 19,99, лимон 3,96, всего 163,78. И фора. Балык нарезка 25,24, перчик 4,42, томат 6,32, булочка 7,90, всего 43,88. Вот такая вот закупочка получилась. Кому понравилось видео, обязательно ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. До следующих интересных видео. Всем пока!